Всем привет, ребят, с вами Муравьиный Бог, и это блог Мясорструктор, выпуск номер 4, колония стуля, часть 2. Вот вы обзавелись маткой. Как только она дала первых рабочих, пора задуматься о жилище для них, то бишь о формикарии. Перейдем к его постройке. Мне кажется, многие знают, как сделать формикарий, но я все же расскажу. Что ж, мы сберем за основу какой-то контейнер. В этом контейнере делаем с помощью пластилина ходы. Также я сделал камеру для увлажнения. Вот она. У меня здесь получается 7 камер. Между ними переходы. Я делаю... Буду делать монолитно с ареной. То есть у меня вот здесь вот... Вот до сюда вот примерно будет гипс, а дальше будет арена, вот пустая часть. Здесь я буду закрывать картонкой, скорее всего, или чем-то еще. Собственно, вот мы выделываем пластилин ходы, все мы это сделали. Далее мы заливаем это все гипсом и оставляем сушиться. Когда оно высохло, мы вынимаем пластилин и все обрабатываем. Вынимаем гипс, оттуда пластилин и обрабатываем. Что ж, это были все. Это был весь блок Мясорструктор. Всем пока!